Все мы прекрасно знаем, что браки совершаются на небесах. И сегодня где-то там высоко-высоко, среди нежных облаков и ярких звезд, соединяются две души в одно. И этот праздник станет самым главным и самым прекрасным в жизни вас и каждого из нас. Каждая девочка мечтает о прекрасном принце. Высоком, красивом, сильном, добром, нежным, любящим. О том, кто однажды повстречается у нее на пути, возьмет ее крепко за руку и поведет по жизни к величайшему счастью. Он никогда еще не видел ее такой. Он никогда еще с таким нетерпением не ждал ее появления. Он такой, он искренний, настоящий, он любящий, он мужчина, который добился своего счастья, который завоевал ее сердце. А она наверняка всю ночь не спала, ожидая этого момента. Она вновь и вновь думала, как шаг за шагом по этой красной дорожке она будет идти навстречу к своему счастью, к своей любви. Если вы признаете, что протокол о заключении брака составлен правильно, и охотно берете в жены Юлию, и сегодня в присутствии ваших семей и близких друзей обещаете стать для очаровательной Юлии не только любимым мужем, но и другом, защитником, советчиком, мужчиной ее жизни, с которым она будет жить в любви, понимании, уважении и доверии, тогда подтвердите все сказанное Юлией словом «да». Законно заключенным, а вас мужем и женой. И прошу скрепить ваш союз сладким поцелуем!